Всем привет, ребята, вы на канале GSNK, и сегодня мы продолжаем снимать рубрику «Дом профессионала». В общем-то, наш нубик в золотой бронюхе уехал. Да, к своим родственникам. Он там сказал, что не может, но из-за того, что нубик уехал, на нас напали какие-то мобы, вот, смотрите. Да, это только часть, там еще. Я заметил, что там какой-то спаунер они сделали, вы видите, там далеко. Сейчас я... И, в общем-то, мы хотим как-то их победить. Мы должны как-то победить. Я пойду тогда в нашу шахту, посмотрю, что в шахте. Да. Вдруг они пробрались как-то. Так что эти мобы очень жесткие. Надо закрыть вот это хотя бы лыжником. Что-то это нас. Так в что... шахте вроде никого нет. Да, так что бункеры трусить, пока не наступит утро, не получится. Так что нам нужно действовать. У нас, ну, они заблокировали нам креатив, и мы не сможем... Это... Креатив их просто да, убить. Да. Еще не, мы не можем это... Знаете, чего самое страшное мы не можем сделать? Мы не можем поставить день, чтобы они днем погибли. Да. Поэтому нам придется сломать вот... Я не знаю, что там находится, но кажется, что там спаунер этих мобов. Ой. Так что... Я пойду с этими Джейсонами в ульти. Стой, 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 стой. Это еще не так-то просто. Это типа свинозомбарей. Их так много, смотри. Если одного ударишь, то они все вместе на тебя нападут. Нам нужно готовиться. Стой, 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 стой. Нам нужно ТНТ взять. Вот, ТНТ и зажигалку. Ладно, давай ТНТ возьмем. Главное не поджечь. Ой, блин, да что это с Майнкрафтом не так? Дай ты подстреливай их сверху, а я ближе не боюсь. Там конфетка сражаться. У них. Конфетка? А, типа золотого яблока, видите, просто это мод, я поставил специальный. Потом я уберу. Ну опа, что? Попалка. Ну что, давай. Лучше не надо, не бей. Я буду сражаться с ними и с каждым. Ай, да что с Майнкрафтом не так? Кто тут? Ты Майнкрафт. Попал. Кто попал? Я попал в него. Ух ты ж! Я ж отцепись всех... ты! Беги! Я буду тоже в ближнем бою. Кстати, у них падают топоры очень хорошие и дорогие подписчики. Вот это, да. Очень идеальные прям топоры. У меня вот немного покоцанный топор выпал. Да ты убей... Ой, добивай от этого. А я с этим справлюсь пока что. Так. Знаете, свинтус. Тупоринь. Ой, ты горишь. Да ладно. Держусь. Давай посмотрим в ракете, что там может быть. Ладно. Да. О, нифига себе, сколько зомбарей! Вот это да, еще свино-зомби тут. Где они? Они тут в ракете. Это наша ракета! Они собрались взорвать остальные планеты. На ход вообще-то. Они хотят взорвать ход, где живут наши друзья-повстанцы. Ах, вы как кошки. Ах, вы предатели. Они вообще не с нами не были. Ты меня бил. Тут еще свинозомбари. Нате. Я сейчас помогу. Нате вам, дураки. Сзади. Дурачки, что ли? Нате вам, дурачки. Еле справились, да, однако жестко. Нифига себе, какие жесткие. Какие-то джинсы. Слушай, там вот... Пятница 13. Вот смотри, там спаунеры какие-то. Ой, я сейчас кое-что сделаю. Давай. Я поставила на ночь снова, чтобы было интересно сражаться. Я то, что зомби могут умереть. Так, ну ой, что? Ну ты застрял, да у лошара просто застрял и все. Тут. Они тут у меня водички зомбари застряли. Да. Вот те. Ау! Этот гигант зомбарь, там босс! Да вот гигант. Да вот он, да. Водички застрял, я его убил уже. Какой лошара. Идите отсюда. Вы лошары тоже в воду упали. Да, ой, нет, я тоже в воду. Ну, они ловать не блокнем. Так, не смей. Не смей их называть. Ладно. Все равно, подожди, я похавать хочу. Давай, похавай. Я пока как раз попробую попасть к ним. Давай, я с тобой. Я тогда... Ты пахнешь меня? Ай, блин. Я тебя буду пока охранять. У меня не получается. Ого, они тут спрыгнули аж. Давай тогда я снизу буду. Быстрее бежим домой, Домой бежим, быстрей. Ладно, я... Так вот, хопа. Быстрее беги домой, хотя беги. Как бы так получилось. Все равно беги домой. Быстрей. Да. Их слишком много там. А так они до бесконечности будут нападать на нас. С
спавнится. Да, спавнится на нас. Потому что нам не получится с ними так со всеми справиться. Видите, да. Они их уже чуть-чуть... Можно такого взять сильного. Давай блоком возьмем, я хорошо под... Да не надо, не надо. Слушай, давай, я придумаю идею. Давай ты из нашего дома будешь стрелять, а я с нашего дома проберусь вон к этому спаунеру. К спаунеру? Да, я попробую пробраться сейчас. Ну, давай. Но у меня не хватит блоков, давай я их подорву. Я должен взорвать этот спаунер. Нет, давай я возьму, я дам тебе еще блоков. Сейчас, не надо. Ура, 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 За дом наш. Как-то странно, почему мобика нету, да? Там так. Он развлекается на пляже сейчас. Так. Скорее всего. Блин, ну конечно же трудно до спаунера добраться. У меня блоков не хватит, меня, мне кажется. У меня есть 59 блоков, я пойду. Я вот решил, знаешь, что сделать? Я вот решил нашей ракете сделать пушку. Бластер небольшой такой, пушку, чтобы стрелять. Бей лошару. Больше Звездных воинов там есть пушки, там такие специальные. Да. То есть сейчас мы сделаем эту пушку, я сейчас буду делать. Не, хотя не надо, я простую ТНТ-пуху сделаю. Стой, не надо. Сейчас я так, вот так. Хотя у меня воды нет, хотя попробую. Так. Дальше ставим вот это. Я вижу спаунер, только у меня кирки нет. А хотя ладно, фиг с этой ТНТ-пухой. Хопа. Стой, не надо. Стой, у меня есть кирка. Отлично. А, там зомбарь. Ау, ах он какашка. Я попробую сломать их спаунер. Ой, нет, они еще выходят. Фу, я загнал в воду. Нет, а, блин, я промахиваюсь. Нет, ай, блин. На тебе. Давай мне кирку. Не, лучше у меня пускай. Они лошарики застряли в воде. Это я их загнал туда. Ну вот ты как молодец. Этот, как этот Иван, как его? Как Иван, он догнал немцев. Он догнал немцев в лес и все. Какой Иван? Там, Сусаныч, по-моему. Сусаныч, это где? Ну, в общем-то, в России на войне он так догнал их в лес. А это из какой? Из чего? Он на Великой Отечественной войне был, там из книги какой-то. По-моему, из какой-то книги. Как хотя бы называется? Я уже забыл. Крайний случай. Называется книжка. Очень интересная про Великую Отечественную войну. Вот, так. А я так пока проконтролирую их. Вот этих вот товарищей по разуму. Их все больше и больше. На тебе. Да. Умрите. Так. Дайте вам дурачки. Ну что ж, я сейчас сломаю этот спаунер. Ну что ж, а теперь... А этот спаунер, я из-за того, что за ненависть к зомбарям, я его взорву. Ну что ж. Понеслась жара. Ну что ж, в общем-то, столько ТНТ хватит. Ай! Ай! И зомби сейчас. Ура! Ура, мы взорвали там... Смачный взрыв получился. Там как там спаунер взорвали? Да? Или нет? Ой, нет, ребята, кажется, из-за того, что я взорвал спаунер, у них там, это, я не знаю, что там находится, но сейчас посмотрим, что там. Но почему-то зомбарей стало очень больше, чем было раньше. У них там 4 спаунера, вот это да! Ну вот это каша я заварил. Ах ты, профессионал, заварил тут кашку, а мне расхлёбывать её. Да. Интересно, какая у тебя каша будет на вкус? Какой, да, вкус, это на такая печаль поговорка. Или на мораль? Это такая поговорка, кашу заварил. Да, шучу. На печаль или на мораль будет вкус интересный? Не знаю. Я думаю, что насмерть каша будет на вкус. Давайте посмотрим-ка что-то. Давай я сейчас этих лошариков подожжу. Кого-то обожаю такая. Ну ты лощара. Мне как нравится, когда они так горят. Ну тут да, ну что ж. Опа, я ну что ж. Нет, они все на месте напали, я особенно был гигант. Быстрей домой бежим. Быстрей, я домой. Дома. Все, быстро. Они все куда попадают, они со всех сторон поступают. Беру блестяшки. Не надо, быстрей. Ага, 24 блестяшки мне хватит, а теперь зажигалочку берем. Сейчас их отведу в лаву, ну и что, они не пошли в лаву, да вот это да. Как я не смел зомбари. Тут вообще все хуже не бывало. Фух.
Ну, если вы хотите продолжение посмотреть, как мы победим этих всех зомбарей, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, удачи!